Интерактивное шоу «Приключения Пушистика» собрало в зале несколько десятков детей, чьи папы сейчас выполняют почетную обязанность, защищают родину в зоне специальной военной операции. У нас, получается, папа, он доброволец, то есть сам решил, он сказал, что в первую очередь это защита нас, защита родины. Губернатор и правительство Архангельской области в целях заботы о детях подготовило вот такие подарки от Деда Мороза. Этот подарок от всей души и от всего сердца. Что больше всего запомнилось? Запомнилось, как зайчика нашли. В лесу, в зимнем лесу. Ну и подарок получил, да? Как думаешь, что там? Я думаю, это адвент-календарь или то, что я загадывал. А что ты заказывал Дедушке Морозу? Костюм Хаги-Ваги. Ты сегодня пришел в таком костюме, расскажи, кто ты? Я Машкетё. Как ты думаешь, что там у тебя лежит? Очень-очень много конфет. Нормальное настроение. Новогодние. Всего в Котласе 158 детей ждут скорейшего возвращения своих отцов. 55 из них уже получили подарки. Остальным презенты передадут на следующих новогодних шоу или вручат адресно до 31 декабря уходящего года.